Итак, 6 октября в 11 часов в физкультурно-спортивном комплексе Русское географическое общество открывает большую выставку, которая посвящена 175-летию Русского географического общества и тире историко-патриотическому воспитанию населения. На этой выставке будут представлены многие материалы, которые касаются и истории развития географического общества, и в том числе связанные с освоением Сибири, с военным делом, потому что инициатива исходит от Сергея Кужугетовича Шойгу, который является президентом Русского географического общества. И на этой выставке мы хотели бы показать и привлечь внимание и населения, и молодежи, ну, тем корням, которые сегодня, ну, как бы мы видим, о том, как надо воспитывать молодежь, о том, как надо заниматься краеведением, патриотической работой, о том, что у нас не хватает знаний географических, исторических, и вся эта система будет показана на многочисленных стендах, которые вот посвящены этим вопросам. И поподробнее, какие экспонаты будут там? Ну, начинается там от того, что мы говорим о Гагарине, истории освоения космоса. Потом мы говорим о военачальниках. Затем мы говорим о истории изучения Сибири и Дальнего Востока. О том, что география является, ну, как источником воспитание краеведческой работы. В связи с тем, что у нас нет в этом году, это пандемия, у нас отменили все с географического общества, и вместо этого по городам и весям нашей большой-большой страны идет эта большая выставка, в которой коротко и наглядно будет показано все то, чем занимается Русское географическое общество. Mm-hmm. Есть ли какие-то ограничения, кто может посетить выставку? Те, кто может уже ходить с первых шагов и до самых пенсионеров. То есть все абсолютно. Да. Угу.